Что, готовы? Танк еще и стреляет у меня, вы видели? Ребят, я еще и стрелять могу на танке ракетами. Давай, 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 давай. Я, получается, могу еще... Ребята, не забываем подписываться на мой канал, а также ставим палец вверх. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в игру Drive Ahead. Ну что ж, давайте посмотрим. Можно выбрать, смотрите, такие эти пока еще закрыты у нас. Мы можем сейчас уже выбрать вот шериф, ниндзя. Давайте вот ниндзя покатаемся. Так, будем играть против компьютера на кубок случайный. Так, так, это все у нас закрыто здесь и стоит денег. Так что давайте, наверное, футбольное поле выберем и прокатимся, попробуем на футбольном поле. Как же мы сможем победить или не сможем победить соперника нашего? Так, забей 3 голов, нажми для продолжения. Ну что ж, я готов. Вау! Да, тихо-тихо-тихо, давай, давай! Ура! Ура! Ребята, я забил один гол. Так, второй. Второй у нас. Тихо-тихо-тихо-тихо, не скакай. А он сам себе забил, ребят, вы видели? Он не туда поехал, он нажал на кнопку назад и сам себе забил гол. Так, а ну пошел отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я сам себе сейчас забью тоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сам себе. Ну, сам себе, я думаю, не считается, потому что... Давай, ай-яй-яй-яй-яй, да что ж такое, я заехал в его ворота. Меня выбило, давайте, ребята, 2-2. Ой, черт. Как же нам победить сейчас этого соперника? Скажите мне, пожалуйста. Давай-давай-давай. Да, ребята, синий победил. Я играл, получается, за ниндзя. И мы с вами победили в этой гонке. Так как они меняются, я так понял. Потому что в первом уровне был один. О, мы что-то выиграли. Давайте подарочек посмотрим. Так, твой приз. Одно очко для прокладки. Так, ну что ж, давайте, наверное... попробуем сыграть в игру заново. Посмотрим, что у нас получится на этот раз. А потом с вами выберем другую арену и других, естественно. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж ты делаешь? Куда ж ты поехал? Куда ж ты поехал? Ты не туда поехал. И теперь мне забил гол. Да что ж такое? Так, теперь давайте... Теперь я готов, 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 готов забивать гол. Куда, 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 куда. Очень тяжело ездить на мотоцикле, ребята. Лучше, я вам хочу сказать, что лучше взять автомобиль, потому что на машине ездить очень тяжело. Очень, 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 очень. Куда, да что ж такое. Красный победил. Так, ну что ж, давайте. Я считаю, что нам лучше все-таки выйти в игровое меню. И здесь мы с вами сейчас выберем... да, давайте посмотрим сначала, что мы здесь с вами можем выбрать-то. Я считаю, что мы с вами можем выбрать что-то такое вот противостояние. Но я хочу какую-то вот машину, гонщик, получить доступ. Да. О, ребят, мы купили, я думал, дракошика, мы купили единорога за 2000 золотых очков. И, естественно, мы с вами сейчас купим новую арену. Давайте получим доступ к этой арене. Все, мы с вами купили эту арену, купили единорога. И сейчас посмотрим, на что, собственно, они и способны в этой игре. Так, ну что ж, поехали. А тем, кто еще, ребята, не подписался на мой канал, советую это сделать, а также поставить палец вверх. Поехали. Так, тихонько, тихонечко, аккуратно. Странно, что-то у нас звука нету, но ничего, может это такая арена без звука. Так, куда мне, куда, 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 куда ж ты? Так,
Тихо. Я должен. Нет, я должен. Давай, я должен тебе забить. Ай, ниндзя. Ниндзя сейчас мне забьет. Гол. Так, ну что ж, ниндзя мне забил гол. И уже и не один. Или я забил ему два. Или он мне забил. Или я только что забил. Как-то так получилось, что два шара только что упали. И я забил ему гол. Так, ну что ж. Ребята, я хочу вам сказать, что все это красный победил все-таки, ребят, представляете? Да, хорошо сыграно, красный победил. Да, все это хорошо, но почему нету звука? Куда пропал звук, ребята? Звук вроде есть, но куда-то он пропал. Ладно, ну ничего. Так, ну что ж, давайте. Игровые задачи. Это то, что мне нужно сделать. Добро пожаловать в игровые задачи. В лигу игровых задач. Это тут какие-то задачи мне нужно выполнять. Не хочу выполнять чьи-то задания. Хочу сам играть с этими игроками. Так, хочу купить нового себе за 2000 викинга. Купить викинг за 2000 монет. Конечно, купить обязательно. Так. И давайте, собственно, возьмем вот такую арену. Ну что ж, давайте прокатимся. Так. Давай. Едь. Назад. Куда ж ты? Ай-яй-яй-яй. Давай. Прыгай, чтобы гол ему был. Давай еще чуть-чуть. Давай, прыгай. Да что ж ты не туда прыгаешь? Ребята, настолько сложно стало играть. Давай. Да куда ж ты? Давайте хоть одну. Сколько этих их здесь будет? Дайте хоть одну забить в ворота. Так. Отлично. Так. Один гол мы с вами забили. И сейчас будем забивать, пытаться забивать второй гол. Но пока это у нас не сильно получается. Может, из-за того, что я не так хорошо пока играю в эту игру, потому что играю я в эту игру первый раз. Может, ну, только как бы из-за этого. Этот еще олень на джипе не хочет скакать. Так, счет 1-1. И теперь что теперь мы видим? Теперь мы видим. Давай, едь, давай. Олень сам себе забил только что гол. Красный, видите, было два оленя. Я синий олень, а он красный олень. Теперь я против ниндзя. Так, теперь мы сделаем вот так вот. И опять поедем. Опять мы вот так вот прыгнем. И я думаю, что... Ай-яй-яй-яй, этот мяч должен закатиться к нему. Ура, ребята, мы победили. Синие победили. Так, ну что ж, давайте починим звук все-таки, потому что без звука играть как-то особенно и не хочется. Так, ребят, ну что ж, звук мы починили. Давайте теперь выберем какого-нибудь нового. О, ребята, можно танк. Давайте купим танк за 2000 золотых. Все, ребят, мы купили нового персонажа, которого зовут Командир. Отлично, мы будем сейчас ездить на танке с вами. Так, и давайте, собственно, выберем новую арену какую-то. Давайте с вами откроем, которая... Вот, я думаю, за 1000 золотых мы можем с вами получить доступ к вот этой арене. Так что давайте, в принципе, сделаем это. Нажмем на кнопочку «Купить» и купим эту арену. Да, ребята, мы купили эту новую арену. Ну что ж, теперь давайте перейдем, собственно, и в состязание. Да, ребята, мы на танке. А смотрите, у него клюшка. Он хоккеист на... Короче, такой вот хоккеист, непонятно на чем. На таких гусеницах прикольных. Так, ну что ж, давайте, в принципе, начнем нашу игру. Так, что, готовы? Танк еще и стреляет у меня, вы видели? Ребят, я еще и стрелять могу на танке ракетами. Давай. Я, получается, могу еще и время. Ребята, что это за мечи посыпались?
нам на голову. Да что ж такое ты? Что ж, откуда они берутся, эти мечи? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что ж, следующий раунд. А ну пошел отсюда, дайте мне проехать на танке. На джипе олень такой сильный оказался. Начал мне забивать постоянно эти голы. Так, а ну пошел отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, ребята, я должен забить его. Да, ребята, я забил один гол. 1-1, ребята, ура. Так, теперь мы будем так вот к пушке прилипнуть. Назад. Нет. Пожалуйста, нет, не туда. Да, ты. Тихо. Нет. Ребята. Сейчас мы с вами быстро зафутболить его первыми. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, он зафутболил. Он первый нанес ответный удар. Но ничего, мы сейчас, я думаю, мы сейчас с вами должны отыграться обязательно. Куда же это годится такое-то? Где такое было видно, чтобы олени выигрывали? Скажите мне, пожалуйста. К моим гусеницам прилипает мяч, ребят. Это так и должно быть? Или это что-то... Ой, это что-то плохое. Скажите. Такого же не должно быть совсем, правильно? Не должно. Вот я говорю, что не должно. Оно прилипает. Так, олень, дай мне, пожалуйста, проехать. Потому что ты мне не даешь вообще никуда проехать. Да. Ой, не забил гол, не успел забить. Я думал, я ему сейчас забью гол, но не успел. Давай быстрее на танке едем. Да, ребята, я 2-2. Счет 2-2. Мы друг другу только что забили по одному шарику. Ребята, вы видели, как он рванул? Он просто сразу клюшкой выиграл. Куда же это годится? Что же теперь делать мне? Как же мне отыграться? Так, давайте дальше. Вот это он дал. Вот это, конечно, очень сильно. Так, ну что ж, давайте по новой. Так. Я хочу сказать, что все это, что происходит, это никуда не годится. Нам обязательно нужно выиграть. Так, мы сейчас возьмем, наверное, не танк. Я уже не хочу здесь кататься. Давайте возьмем вот здесь, вот тут, вот так вот нажмем. Здесь вот нажмем вот так вот. И давайте посмотрим, какие здесь есть еще машинки. Так, это у нас такой самурай. Это у нас что-то тут такое интересное. Ребята, давайте купим мамонта. А нет, это носорог. Все, так, за 2000 очков мы купили носорога. И купим сейчас новое футбольное поле. Пещерный автодром за 1000 золотых. Ну что ж, давайте попробуем сыграть на этом поле. Посмотрим, как нам удастся сыграть в этой игре. Ребята, мы будем состязаться против спортивного автомобиля, который нас будет сейчас, собственно, пытаться обыграть. Ну что ж, давайте поедем. Ой-ой-ой, тут даже... Ой-ой-ой, ребята, это футбольное поле. Вы видели, я от мяча просто отскочил. Ура, 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 ребята. Счет 1-0 в пользу носорогов. Тихонько, назад. Что ж ты... Ага, что ж такое вместе... упал. Эй, где мяч? Куда мяч делся-то? Только не в мои ворота. Ай-яй-яй, один счет. Один. Счет 1-1, и я начинаю вести прямую игру. И... забиваю гол. Так. А, сам себе забиваю. Ребята, я сам себе только что забил и радуюсь. Представляете? Как такое может быть? Ну все, красный победил. Ну ничего, ребята.
Мы обязательно с вами отыграемся в следующих частях. Я думаю, мы обязательно выиграем в этот футбол. Ну что ж, ребята, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и ждем следующих выпусков. До встречи!